А прямо сейчас у нас одна из самых больших звезд эстонской музыки. Кой Томе на этой сцене. В этом году исполняется 75 лет со дня рождения Джона Леннона, а потому сегодня в нашем эфире каверы на песни группы «Битлз». И сейчас половина девушек Эстонии встрепенулась. Они, быть может, не помнят, кто такой Битлз, но они хорошо знают, кто такой Кой Томе. Койт, а правда, что Леннон был у тебя любимым битлом? Все битлы были хороши, но Джон Леннон был поэт. А песня какая у Битлз любимая у тебя? Help. Их было много, но может быть Help. Но сегодня, я так понимаю, ты будешь петь что-то другое. Слушаем, Кой Томе у нас в гостях. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living. Say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing. The world.